собой высокие цели и активно борется за право быть лучшей. Современная молодежь выходит в жизнь смело, выбирая из 100 дорог одну и только свою. Позади остались тысячи больших и малых событий. Именно из них была соткана незабываемая школьная жизнь. Впереди таких событий будет еще больше. Но все, что встретится в будущем на их жизненном пути, будет уже скоро. Возможно, даже завтра. А сегодня... Сегодня на этой сцене будет блистать новое поколение умных, дерзких, смелых, очаровательных и романтичных выпускников Ключевской средней школы номер 1. Мы затаили дыхание. Встречайте! Завораживающе прелестная, неповторимо интересная Елена Кунюс! Неподражаемая, гибкая и стройная, всех комплиментов достойная Анастасия Гетта! Милая, фантазерка неутомимая, дерзкая, забавная, заводная, славная Виктория Филипенко! На сцену приглашается восторженная, паркающая, голову от любви теряющая Валентина Добромирова. Добродушная, примерная, впечатлительная и выразительная Диана Носовец. Жизнерадостная, бодрая, открытая и добрая Дарья Соломатина. Встречаем! Пылкая, упрямая, открытая и лучезарная Валерия Бурмистрова. Сегодня праздник у дитя, сегодня будут танцы, и щеки девичьи горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках и ребят, потому что нам 8 девчонок, по статистике двое. Но не важно, долгожданный аттестат. И кто-то руку нам пожмет, а может кто-то и сплотнет. И все поймут, когда здесь будет не хватать. Наш день настал, наш час настал. Кусают локти пусть те, кто почему-то не поймет.
Летят по своим орбитам и летят мимо нас метеориты. Пульс Земли не стихнет никогда. Праздникам юности, молодости, любви, красоты и счастья! Выпускным праздникам для учащихся 11 класса Ключевской средней школы номер 1! Это событие очень волнующее для всех присутствующих в зале. Мы приветствуем учителей! Благодаря вашему неиссякаемому оптимизму и трудолюбию среди выпускников обнаружилось неисчислимое количество победителей олимпиад, лауреатов различных конкурсов и просто очень хороших самобытных людей. Аплодисменты учителям! Это овация в вашу честь! Это долгожданный вечер для родителей выпускников. Именно они все 11 лет прошли рука об руку вместе со своими детьми, порой вместе с ними заново постигая премудрости наук и взаимоотношений. Эти аплодисменты вам, уважаемые мамы и папы выпускников! Сегодня не просто праздник, это торжество мечты, в котором сочетается и трогательная лирика, и искренние слова благодарности, надежды и пожелания на будущее. И первой со словами поздравления и напутствия к вам обратится директор школы. Мы приглашаем на сцену Надежду Георгиевну Жихареву. Да, дорогие учителя, низкий поклон. И любимые цветы к вашим ногам. Пусть радость сегодняшнего дня, любовь к ученикам, вера, что ваш труд не пропадает даром, надежда на хорошее будущее каждого выпускника дадут вам новые силы, здоровье и счастье. 11 лет назад мы вместе с родителями, образно говоря, посадили сад. Заботливо ухаживали, трудились, прививали, удобряли. И вот теперь любуемся. Какой прекрасный, замечательный мы вырастили сад. От всей души поздравляем вас, дорогие родители, за ваш труд и хорошие результаты. Спасибо за то, что вы с честью и любовью выполнили свой родительский долг. Ребята, сегодня ваш журнал сдается в архив. Но сегодня долгожданный финал всему. Выпускной бал на всю ночь. Как красиво и нарядно вы сегодня. Как поет ваша душа. Все вокруг расцветает под магией вашего очарования. Любуются вами ваши родители и учителя. Мы все вместе радуемся за вас.
и желаю вам счастья, очень много счастья. Пройдут годы, и многое, что переживете и увидите вы в жизни, забудется. А этот день навсегда останется в памяти и сердце, как самое дорогое и волнительное. Вы сейчас молоды, полны сил, у вас столько задора, столько смелых дерзаний, что все горы по плечу. И пусть будет так. Мы от всей души поздравляем вас с прекрасным и неповторимым праздником юности. Не забывайте, человек – мерило всего. Не будьте пешками в игре, в жизни, а стремитесь и пытайтесь принять вызов. Подчините его вашему мужеству, решимости воли, продвигаясь по пути истины и справедливости. Помните, делая шаг сегодня, вы в будущем оставляете след. Вам, дорогие выпускники, мы говорим, держитесь. Держитесь, ребята, все у вас будет в жизни, и хорошее, и плохое. Умейте сказать себе «нет», когда это необходимо. Не делайте даже один раз того, чего не надо делать никогда. Мужественно принимайте все трудности. Вы должны быть уверены в себе, а мы хотели бы видеть вас всегда счастливыми, свободными, любящими, в добрый путь. Наши ученики. Сегодня замечательный праздник. Праздник радостной и прекрасной музыки, веселых песен, любви и надежд на будущее. Сегодня вечер встречи бальных и современных танцев, красивых парней в элегантных костюмах и прекрасных девушек в великолепных вечерних платьях. Вальса, наверное, особенно понимаешь,
что детство прозрачной неуловимой дымкой ускользает от тебя. Мы уверены, выпускники сегодня не спешат вычеркивать из памяти все, что связано со школой. Мы желаем больших побед на вашем жизненном пути. Дорогие выпускники, для вас музыкальный подарок. Зачем идти? Опустились руки, поднялись корни, монету на удачу.
Константиновне. Елена награждается грамотой за активное участие в общественной жизни школы и класса. Елена награждается значком серебряным ГТО и, конечно, золотой медалью за отличные успехи в учении. Мы благодарим Наталью Николаевну и Константина Сергеевича. Выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за воспитание дочери. Успех Елены, безусловно, ваша заслуга. Трудно переоценить ваш ежедневный родительский труд, терпение, настойчивость, целеустремленность, теплую заботу и активную жизненную позицию. Именно эти качества и огромная ответственность за будущее дочери и помогли вам вырастить порядочного человека, достойного гражданина России, мира и благополучия вашей семьи. Аттестат с отличием и золотая медаль за особые успехи в учении вручается Бурмистровой Валерии Константиновне. Валерия награждается грамотой за активное участие в общественной жизни школы и получает благодарность от комитета по культуре за активное участие в культурной жизни района. Признательность за воспитание дочери. Золотая медаль и аттестат с отличием вручается Жуйковой Анастасии Михайловне. Анастасия награждается грамотой за активное участие в общественной жизни школы и класса. И благодарность от комитета по культуре за участие в культурной, активное участие в культурной жизни района. И Анастасия получает серебряный значок ГТО. Мы благодарим Татьяну Николаевну и Виктора Михаила Викторовича за воспитание, за достойное воспитание дочери. Легкие облака, в чем же их тайна?
желающим скажем решительно: натуры весьма положительные. Для получения аттестата на сцену приглашаются Анастасия Гетта, Диана Носовец, Виктория Филипенко. Мы приглашаем на сцену родителей выпускников. Успехи ваших детей – это по праву ваша заслуга. Вы можете гордиться, какими красивыми и замечательными выросли ваши дочери. Аттестат о среднем общем образовании вручается Гетта Анастасии Николаевне. Анастасия награждается грамотой за активное участие в жизни школы и класса. И мы благодарим Наталью Николаевну и Олега Валерьевича за достойное воспитание дочери. Аттестат о среднем общем образовании вручается на совет Диане Сергеевне. Диана Сергеевна награждается грамотой за активное участие в общественной жизни школы и класса. И мы благодарим Ирину Анатольевну за достойное воспитание дочери. В общем образовании вручается Филипенко Виктории Николаевне. Виктория награждается грамотой за активное участие в жизни школы и золотым значком ГТО. И мы благодарим Ольгу Владимировну и Николая Николаевича. И выражаем искреннюю признательность и благодарность за воспитание дочери. Аплодисменты выпускница! Если что-нибудь упустишь, то потом не догонишь. Итак, представьте, ученик перестал все понимать с самого начала на уроке истории. Здравствуйте, класс. Кто она такая, что она хочет? Тема урока повторения. Меня зовут Эльмунда Гельмунтовна. О, это я точно не повторю. Для начала раздам вопросы. У вас каменный век, у Вали палеолит. Валь, ты выздоравливай. Васейка, да вы, похоже, опять не догоняете. А вы, похоже, опять и не убегаете. Так, послушай. Либо ты начинаешь учиться, либо потом кто-то не сдаст ЕГЭ. А что это я сейчас должен учиться, чтобы потом кто-то сдал ЕГЭ? Ну-ка встань! Вот скажи мне, кто совершал набеги на Русь? Может, печенеги? Не, спасибо, не голодный. Какие произведения слагали о богатырях? Былины. Да ты о чем не думаешь вообще, кроме еды? Так, последний вопрос задаю. Кто прорубил окно в Европу? Андрей. Садись, Васейка, все очень-очень грустно. Ладно, Максим, давайте хотя бы вас послушаем. О, мне когда грустно, я тоже всегда Максим слышу. Многих выпускников можно смело назвать мастерами танца и песни. Они блистали на сцене районного дома культуры, были победителями престижных всероссийских и международных творческих конкурсов. Сегодня ученики детской школы искусств, ваша смена, пришли поздравить вас с праздником. Повторительная телеграмма. Дорогие наши выпускницы, Лера Бурмистрова и Настя Жуйкова. Я, Кондратенко Ирина Михайловна, поздравляю вас с окончанием школы. Желаю удачи во всех ваших делах. Уверена, что хореографическая закалка, полученная на уроках классического танца, и умение трудиться, очень пригодится вам в дальнейшей жизни.
А смелость и уверенность в себе, с которой вы всегда выходили на сцену, обязательно приведут к победе. Помните, что вы танцоры. Держите спину прямо и не опускайте головы. Работать с вами было большим удовольствием. Спасибо за вашу любовь и преданность хореографии. К моим поздравлениям присоединяется весь хореографический коллектив «Родники». Вот они стоят сейчас рядом со мной по колено в море и громко кричат: «Поздравляем!» Подпись: «Образцовый хореографический коллектив «Родники» и Кондратенко Ирина Михайловна».
общем образовании вручается Романеску Даниилу Николаевичу. Даниил награждается грамотой за активное участие в общественной и спортивной жизни школы. Получает благодарность за активное участие в культурной жизни школы, культурной жизни района. И мы благодарим Анастасию Константиновну и Александра Викторовича и выражаем искреннюю признательность за воспитание сына. Вручается Добромировой Валентине Евгеньевне. Валентина награждается грамотой за активное участие в общественной жизни школы и класса. И мы благодарим Татьяну Юрьевну и Евгения Алексеевича и выражаем искреннюю признательность за воспитание дочери. Общим средним образованием вручается Майер Егору Сергеевичу. Егор награждается грамотой за активное участие в жизни школы и класса. И выражаем благодарность Татьяне Геннадьевне за воспитание ее сына. Вручается Соломатиной Дарье Александровне. Дарья награждается похвальной грамотой за особые успехи в изучении экономики и МХК, грамотой за активное участие в жизни школы и получает сертификат, который подтверждает, что она была участником всероссийского конкурса «Открытка РДШ». И мы благодарим Светлану Николаевну и Александра Ивановича и искреннюю признательность за воспитание дочери. Ну вот, ребята, аттестаты получены. Я еще раз хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Будьте счастливы. Удачи вам при поступлении теперь уже в высшее учебное заведение, среднее учебное заведение. Выбрать тот путь, который вы пожелали себе. И не забывайте школу, не забывайте учителей. Мы всегда вас будем здесь рады встречать. Добрый путь, ребята. И ни пуха, ни пера в дальнейшей жизни. Аплодисменты выпускникам.
но даже мне может произойти что-то невероятное. Итак, обычная российская семья. Закрой рот. Я сказала, закрой рот и читай еще раз условия задачи. 33 землекопа. Чего? 33 землекопа. 3 землекопа. Что они делают? Копают. Копают. Так, давай с русского начнем. Господи, отец-тракторист, мать-прачка, в кого ты такой непонятный? Сопля, выходи! Так, стоп. А кто это кричит? Князь. А че ты соплям, князь? Это кто вам такие клички раздает? Князь. Я сейчас своему князю уши-то поотрываю. Шугерит, мать сопли идет. Я дам, мать сопли. Мам, ну можно я мультики посмотрю? А мнюльтики? Здравствуйте, Федя. Чего опять орете? Чтоб вам что было под дверью послушать. Че хотела? Соль займете? Вы каждый день там за солью ходите. Вы че, лоси? Че, уроки делаете? А мой в приставку играет. Знаете, что я вам скажу? Балуете вы своего князя. Соль взяла? Взяла. Чеши отсюда, княгиня. Барсик. Барсик. Паразит какие-то не ест. Ладно, Валера придет, разогрею. Привет, пап. О, сопля старший пришел. Садись. Ешь. Соседка приходила. С порога зашел. Ни как жена, ни как дети. Че соседка? Где соседка? Вот соседка. Че ты начинаешь? Я еще и начинаю. Че? Да иди ты. А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась. Где ты видел? На улице видел. И что, прям сильно поправилась? Вот такая. Валера, тебе ближе походить на папа заглядывать. Вот пусть дома своего нет. Пришел, пу-пу-пу-пу-пу, рот не закроет. Вон, дверной звонок некому починить. Уже двоих током убила. Это хорошо, что приставы. А если бы люди? Че ты сидишь, эти коврик резиновый постели. Сейчас моя мама приедет. Так а может не надо стелить? Ты смотри, при маме моей так не пошути. Отец один раз пошутил. Она ему такой подзатыльник дала, что он челюстью воробья сбил. Любка, опять обувь поразбрасывала. Это мам, не дочь, ну, а наказание какое-то. Ты кричишь, как будто бы я тебе не родная. Сиди, не мамкой. А где мой внучок? Бабушка! Иди, поцелуй бабушку. Бабушка. Иди, поцелуй бабушку. Бабушка, а можно я мультик посмотрю? Какой? Рапунцель. Это что, про евреев, что ли? Наши надо мультики смотреть, они доброте учат. Вот хотя бы этот, помнишь, дочь? Да. Пусть мама услышит, мам. Пусть мама придет, пусть мама меня не да подожди. Найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Да ты даже не с бабушкой поговорить или нет? А ну не ори на внука! А ну что ты на меня кричишь, как будто бы я тебе не родная? Чего вы тут разорались? Что ты вышел, сцене три человека? А что, сейчас что, человек, что ли? Друзья, а самое удивительное в этой истории то, что сейчас на сцене находятся самые близкие друг к другу люди. Да, наши выпускники сегодня полны задора и оптимизма. Все это так свойственно вашей молодости. Но учителя тоже не хотят уступать. Ведь без доброй шутки наша жизнь была бы скучна и безрадостной. Итак, случай в школе. Ты директор школы. А вы, собственно, кто? Я новый учитель труда. Я познаю. Где дети? На уроках. Черт.
Ну, слушай, как они придут с уроков, да? Ты им скажи, что я завтра приду, чтобы они там взяли на рукавники, там, парты. Завтра выходной. Ну и что? По выходным дети не учатся. Да? А я в другие дни не могу. Ну ладно, я что-нибудь придумаю. Ты мне потом звякни там на недельке, хорошо? Ну хорошо, с чего собираетесь начинать? Грузовик надо купить. Зачем? Доски возить. Какие доски? Ну там, для окна, для перилов, для табуретов. Куда возить? А, тут недалеко. Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути ваши. Так, Кузьма Махутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали. Сподвигли угодники на доброе дело. Так, давайте по делу. Задача один. От Москвы до краю земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до краю земли? Так, и ответ. Уйма. Я так и думала. Дальше. До казни холоп Тимошка весил 67 килограммов, а после казни 64. Вопрос. И доколе мы все это будем терпеть? Вот и я говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь? Я таких задач много могу придумать. А ну? А, пожалуйста. Здоровая девка Маланья, 16... Погоди, погоди, а вот ты послушай. Высота клетки Емельяна Пугачева была 1.5 метра. Так, все, хватит. Идите и придумайте нормальные задачи детям. Из пункта А в пункт Б выехал. Ну хорошо, из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И тут так, я... Все, все, так, идите и работайте, ради бога. Идите. Так, что вы еще умеете? Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы красивые есть? Так, мне кажется, вы нам вообще не подходите. Ты не ответила на мой вопрос. Ну хорошо, как вас по отчеству? Денчик меня зовут. Значит так, Денчик. Чему собираетесь учить детей на первом уроке? Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке. У вас вообще образование есть? Есть, второе, неоконченное. И что это вы не окончили? Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки. А почему не окончили? Да понимаете, там такая ситуация, когда... Малолетние паразиты! И это они еще мне говорят! Павлович! Леонидович! Привет! Здорово! Ты-то как здесь? Ты, стало быть, нам решил в педагогику податься? А вот, хочу детям мастерство свое передать. Да, катала ты был, будь здоров. Ладно, чего ж там. Так, Андрей Павлович, помолчите, пожалуйста. Это вы возили детей на соревнования по настольному теннису в город Барнаул? Да, я. Между прочим, кубок вам привез. Бог с ним, с кубком. Где дети? И что это за новшество такое? Мальчики отжимаются 150 раз, девочки 200. Так они ж слабее, пусть тренируются. А вход на ваш урок почему платный? И что это за надпись висит в спортивном зале? До свадьбы заживет. Идите и работайте. Да, я к вам по делу приходил. Дайте денег на эстафету. На эстафету? А вы видели, что на этой эстафете дети друг другу передают, а потом куда они после этого бегут? Идите и работайте, ради бога. Идите. Так. Времени у меня мало, разговор у меня с вами короткий. А чего тут разговаривать? Скажи, сколько платить будешь, и все. 25 тысяч. Я согласен. Хорошо. Хорошо, тогда быстро обсудим детали. Давай, итак. А вот в пивбаре еще поставим игровые автоматы. Хорошо? Я согласна. Школьная пора, при всякой погоде пропадали пропадом во дворах. Через года слышу маминка голос, значит мне домой возвращаться пора. Через года
учителям. Это было ярко и незабываемо. А сейчас мы лично от себя хотим поздравить нашу любимую сестренку Настю. Настя, мы просим тебя выйти на сцену. Мы сегодня к тебе пришли, и все знают почему. Потому что мы грустим и печалимся сейчас, повзрослела ты у нас. Мы так хотим тебя обнять, рассеять беды и печаль. Знаем наперед, куда жизнь тебя приведет. Знать охота очень нам. И мы хотим тебе пожелать удачи, счастья и добра. Мы с тобой рядом, знай ты это навсегда. И мы сегодня очень рады, рады, ведь ты разрушила свои преграды. Сикавого цвета, просто высший класс. И знаниями верим, ты богата, училась вере в падеши даты. И что тебя, родная наша, только светлый путь. Родная школа, ты прощай, и за Настей не скучай. Нашим будет приходить, смеяться с вами и грустить, потому что любит вас. И мы хотим тебе пожелать удачи, счастья и добра. Мы с тобой рядом, знай ты это навсегда. И мы сегодня очень рады, рады, ведь ты разрушила свои преграды. И платье персикового цвета, просто высший класс. И ты сегодня этим наслаждайся, и желай, что хочешь, не стесняйся. И это школьный праздник, помни, не забудь. Счастливо! Thank you.
Ребята, смотрите, я нашла цветик-семицветик. А зачем он тебе? Я всегда хотела желание загадать. Ладно, раз уж нашла, загадывай. Не пропадать же волшебству. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Я хочу, чтобы 11 школьных лет, проведенных рядом, остались в нашей памяти как увлекательное, наполненное событиями приключение. Я хочу, чтобы вы пронесли через годы ту детскую мечту, которая зародилась в стенах родной школы. Мы выходим в большую жизнь. Перед нами тысяча дорог. Я желаю, чтобы каждый выбрал свою и шел по ней уверенно и честно. Да, время неуловимо. С каждым разом оно приближает наше прощание с беззаботным детством и встречу с романтичной юностью. А сейчас так хочется загадать для каждого из вас ясной цели и обязательного ее достижения. Говорят, что где-то там, в звездном мире, детские души выбирают себе родители. И от этого выбора зависит судьба ребенка. Если это так, то мы не ошиблись с выбором. Ведь у нас самые лучшие, добрые и заботливые родители. Мы желаем вам, чтобы вы всегда были здоровы и счастливы. Смотрите, как сегодня необычно радостно светятся глаза наших учителей. Верите? Я уже скучаю по вам. Без вас школьная жизнь была бы скучной и безрадостной. Вы каждый день делали из нас новых ученых и чемпионов. Я желаю, чтобы в вашей памяти оставались только самые лучшие воспоминания за года, которые вы провели вместе. Я хочу, чтобы наши учителя гордились нами. Как хочется, чтобы это все исполнилось. Чтобы мы нашли опору в жизни. Жили с надеждой. И чтобы у каждого было огромное, счастливое будущее. Ребята, смотрите, остался еще один лепесток. Давайте загадаем еще желание. Самое важное мы уже загадали. А всего остального мы добьемся сами. А давайте подарим этот лепесток нашей родной школе. Я уверена, учителя знают, как правильно им распорядиться. Надежда Георгиевна, примите от нас эту маленькую долю волшебства. Вы же сами говорили, чудеса случаются. Главное – верить! Thank you.
обстоятельства нас развели. Слезы стоят в глазах. Ведь годы назад не вернуть. И слезы стоят. Убедительная просьба выключить все мобильные телефоны и другие средства связи, коммуникаторы и GPS-навигаторы, карманные компьютеры и пейджеры, электроприборы и обогреватели. Благодарим за внимание. Сегодня я пришел сюда, чтоб не стеснились, меня влюбились, танцуй свободно, сейчас так модно, ты лайки мутишь, со мною будешь, я сейчас смешной и бритый. Танцуют ванны, готовы себя видеть в Инстаграме. Мы с вами рядом. Свои мечтания ждет универ, с родными расставания, школа вам. Теперь подруга, ты выпускник, твой ветер дует с юга. Уйти к Амару, убегайте, убегайте, учитесь, я говорю, мы с вами знаем. Я сейчас смешной, танцую с вами. Готовы себя видеть в Инстаграме. Мы с вами рядом. Финальный вечер. До скорой встречи.
пиво, но его не буду, потому что он холодный. Чуть-чуть помучиться, ангел-хранитель от ветки невзгод вас охраняет. Экзамены за ЕГЭ переживали мы. Меняемы ли, разумны ли, зачем их вообще придумали? Счастья большого желаем нашим детям день. Час. Да будет счастье всем, и счастье настоящее. Пусть не гаснет огонь знаний, который разжигался в нашей школе много лет назад, и который разгорелся в яркие, негасимые искорки. И пусть знания, полученные вами, помогают и выручают вас всегда и везде. Пусть не гаснет огонь семейного очага, домашнего тепла и уюта. И пусть этот огонь напоминает вам свет вашей детской
комнатке сред детства. Запускает ночь в небо лунный диск, и коснется звездной высь недрогший снег. Капелька слезы не согреть мечту. Я ловлю желания ваши на ряду. Мы будем вместе, я знаю. Таких, как вы, не бывает. Таких, как вы, не теряю. Мы будем вместе, я знаю. Мы будем вместе, я знаю. Таких, как вы, не бывает. Таких, как вы, не теряю. Мы будем вместе, я знаю. И капелькой дождя смоет вашу грудь. Расстаемся с вами скоро, ну и пусть школьный ваш звонок в прошлое уйдет. Впереди дорога взрослая вас ждет. Мы будем вместе, я знаю. Таких, как вы, не бывает. Таких, как вы, не теряю. Мы будем вместе, я знаю. Мы будем вместе, мы знаем. Таких, как вы, не бывает. Таких, как вы, не теряю. Мы будем вместе, мы знаем. Выбирается его королева. Но сегодня выпускницы все настолько красивы и очаровательны, что каждая достойна короны победительницы. Внимание! Право объявить победительниц почетных номинаций выпускного бала 2018 года предоставляется классному руководителю Татьяне Владимировне Найчу. Церемонию награждения проводят самые достойные юноши выпуска 2018 года Егор Майер и Даниил Романеску. По единогласному решению школьного совета юношей Ключевской средней школы номер 1 признать выпускниц 2018 года победительницами почетных номинаций. Мисс Вдохновение Валентина Добромирова. Мисс Совершенство Дарья Соломатина. Валерия Бурмистрова. Победитель.
творчества Елена Кундиус. Виктория Филипенко. Мисс очарование Анастасия Жуйкова. Анастасия Гетта. Аплодисменты очаровательным девушкам! Аплодисменты выпускникам 2018 года! Мы желаем вам смело идти по жизни! Помните, что каждое мгновение неповторимо, как и вы сами! Впереди вас ждет новый день, новый шанс! Чертою неба. Закрываю глаза и мечтаю об одном. Пусть любовь приходит в каждый дом, согревает светом и теплом. Пусть надеждой сердце озарится. Thank you.
Огромные слова благодарности хотелось бы сказать всему педагогическому составу. Хотелось бы сказать Владимиру Игоревичу Бестову спасибо, Юрию Геннадьевичу Рысятову. И самое большое спасибо хотелось бы сказать Наталье Валентиновне Кочегурной, без которой этот праздник бы не состоялся.